Всем привет, меня зовут Женя, и с вами Вкусно ТВ. Сегодня будем готовить вот такое потрясающе вкусное рагу из капусты и овощей. Если вам интересно, как же это приготовить, то, пожалуйста, оставайтесь Итак, со мной. Это все, что нам нужно. Капуста, картошка, луковица, морковка. В первую очередь я нарезаю картошку, нарезаю ее вот такими кубиками. Сейчас будем ее немножко обжаривать. Все это можно делать в сковородке, но я буду сразу же делать все в утятнице. То есть там, где я буду совмещать все овощи и готовить уже полноценное рагу. Значит, сейчас... Налили здесь масло подсолнечное, это может быть оливковое масло, даже лучше. Включаем уже огонь и сейчас будем обжаривать картошку. Обжариваем картошку со всех сторон до полуготовности, то есть буквально, чтобы она такая стала золотистого цвета со всех сторон и достаточно. Тем временем натираем морковку на крупной терке и режем тоже мелко лук. Итак, картошечка наша уже такая мягкая. Достаточно она здесь не поджаристая, потому что это у меня утятница. Если будете делать это в сковороде глубокой, то она, скорее всего, будет такая золотистого цвета. Здесь же такая не получится. Значит, сейчас я добавляю луковицу и морковку. Итак, это все солим. Также добавляйте подсолнечное масло, либо, ну, в общем, любое растительное. Смотрите, потому что картошка впитывает, и может его оказаться мало, чтобы она не пригорала. Добавьте еще. И тоже немножко потушите, уже здесь луковица и морковка, все хорошо перемешали и немножко еще потушим. Тем временем я бегу быстрее-быстрее нарезать капусточку. Вот так. Можно накрыть и пускай немножко как бы полутушится, полужарится на таком среднем огне. Вот такими кусочками я нарезаю капусту. То есть в принципе можете мельче, можете как вам больше нравится, можете покрупнее, не страшно. Итак, сейчас я добавила сушеную мяту и базилик сушеный. Как видите, турки вообще добавляют сушеную мяту практически во все блюда. Поэтому мне это очень нравится. Оно действительно сочетается со многими овощами, с мясом. И поэтому я стараюсь тоже. Не то, что стараюсь, а мне это действительно нравится. Я добавляю эту сушеную мяту тоже сейчас много куда. Итак, сейчас все помешаем. И уже можно добавлять. Морковка и лук уже такие мягкие, поэтому уже можно добавлять капусту. В принципе, можно в это же рагу добавить, например, того же мяса. Желательно пораньше, так, чтобы оно успело приготовиться. Вот. Но сегодня у нас постное такое рагу, поэтому я без мяса обойдусь. И да, если на оливковом масле, то вообще супер вкусно. На подсолнечном масле тоже вкусно, но вот может быть кому-то любителям мяса как-то будет не хватать. Ну, попробуйте в любом случае. Все, сейчас мы засыпаем капусточку и немножечко добавляем водички. Пробуем потом, когда закипит, на вкус. Можно немножко соли добавить, либо каких-то других специй. Все это дело уже за вами. Так, добавляем капусточку и сейчас все хорошенько перемешаем. Ух, очень вкусно будет по-домашнему и очень-очень вкусно. Чем отличается обычное рагу от турецкого рагу? Это в конце, точнее не в конце, вот после капусты можно добавить вот такую вот жменьку промытого риса. Я это сделаю, и это будет уже не просто рагу, а турецкое, потому что именно моя турецкая свекровь, моя мама любимая, так готовит. Сейчас будем все размешивать. Итак, все хорошо перемешали. Сейчас самую малость можно добавить водички на дно, буквально капельку, так чтобы как бы капуста утушивалась в пару. Так, немножко. И, естественно, смотрите, мешайте, чтобы оно не пригорало, смотря в какой посуде вы будете это готовить. Я же готовлю это в утятницах такой, деревенской, классной, любимой. Вообще в ней все очень вкусно готовится. Когда закипит, можно будет водичку это попробовать на соль. Опять-таки, можно поиграть со вкусами, добавить немножко уксуса, можно немножко сахара и опять-таки соли. То есть, смотрите, все уже по вкусу. Так, сейчас же я промываю буквально вот такую жменьку, как я называю, горсточку риса и засыпаю просто сюда вот так вот рис. Вот, добавили сейчас рис, вам его видно. И немножко спустя можно чуть-чуть его перемешать, чтобы он не на дно осел, а именно вот чуть-чуть между овощами. И еще хочу сказать спасибо вам большое за то, что к каждому рецепту, каждому видео вы пишете свои комментарии и даже даете советы, делитесь именно вашими рецептами, как
с какими особенностями вы готовите то или иное блюдо. Это очень полезно не только для меня, но и для всех подписчиков, которые смотрят это видео, потому что они могут, например, почитать ваши комментарии и, ага, добавить там еще чего-то, что вы добавляете. Либо другой раз сделать так по вашему варианту, то есть как вы готовите. Это на самом деле просто кладезь. Не только один рецепт получается, а много-много разных вариаций одного рецепта. Так, поэтому пишите обязательно, как вы готовите вот овощную рагу, что вы добавляете, что не добавляете. Мне очень интересно, и я уверена, всем подписчикам тоже. Так что спасибо, спасибо, еще раз спасибо. Ладно, сейчас накрываем, чуть-чуть я перемешаю буквально рис, хотя, в принципе, его можно даже не трогать. Он наверху, он будет готовиться на пару. Поэтому давайте, да, наверное, не будем мешать. Сейчас накрываю крышкой и на маленьком огне будем тушить до готовности. А, и вот, какая вкуснота получилась. Вы просто пробуйте, когда картошечка, рис и капуста уже все стушилось. Все, накладываем в тарелочку, заправляем черным перцем, красным перцем, можно какой-нибудь петушок, еще зеленью. И вот такая вкуснятина готова. Так что приятного аппетита. Обязательно пишите комментарии, если вы готовите это рагу как-то по-другому. Мне будет очень интересно почитать и, возможно, приготовить. А на этом я заканчиваю свое видео. Всего хорошего вам, ребята, и будьте счастливы. Пока-пока.